Офигеть! Короче, едем. Машина полностью вот в такой траве. Метра два где-то растет. Вообще мы ищем грязь, но вот пока в такую жару не можем найти. Уперлись в трубу, по над трубой поехали и увидели вот такое зрелище. Это вот рядом со станицей Елизаветинской. Вот такая вот штука. То есть все. Песок, думаешь, намывают? Патрол энд Чирок. Идет, кто упирается. Так, все, разворачиваемся. Вон та штука качает, короче, песок. Вот сейчас Олежка дальше поедет. Антоха не успокаивается, не дают ему. Вот камера не передает, ты уже плывешь практически. Да ты выехал бы на берег на этот. О, нормально. Бульбатит. А вон у тебя ватерлиния видна. Ну ты глубже, по идее, Даша, заезжаешь. Не, ну прикольное болотце. Слушай, глянь, так чуть-чуть даже затекло. Да, 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 затекло. Это выше получается? Получается, да. Я, ну, мы по длине также ехали, но у тебя уже по двери было, а у меня... Куда? Мне, наверное, на середину двери, да, было? Да вот же, она ж видно. Вот. Лишь бы повозиться где-нибудь в грязи. Все в грязи. Честно, выехали, чтобы проверить возможности машины на стравленных шинах. Ну, блин, вроде бы лужи есть, все есть, а испытать-то по сути и негде. Все проезжаем, везде выезжаем, где испытывать, да? Не знаю. А плавать-то не хочется, ну тупо взять, потопить машину там. Ну это тупо как-то. Ладно, сейчас еще что-нибудь поищем. Что-то буксы-муксы, когда не знаешь глубины, хуже всего. Как говорится, не знаешь броду, не суйся в воду. Золотая поговорка. Бультых, бультых. Фу. Офигеть! Хороший кадр, хороший! Буль-буль, карасики. Глубокая ли лужа? Ну,
Но оно уже сейчас буквально чуть-чуть и начнет заливаться. Хозяин барит. Давай, Егор, опять рыбу ловить. Подводная лодка! Дядя крутяк! Дядя ведро поймал. Вот дяде понравилось. Дядя вошел во вкус. Это дядя, да, сынок? Смотри. Водоплавающий черок.